изначально, наверное, толкала на такие мероприятия детей, вот сегодня присоединилась сама к вам. Тема, на самом деле, замечательная, друзья. И сравнительно недавно я стала автором сама многих стихотворений, начала писать. Наверное, у каждого в жизни человека бывают определенные ситуации, когда вот, ну, встаешь, понимаешь, что вот, как ты жил до этого момента, пойдешь жить нельзя. И жизнь твоя меняется, следовательно, меняются какие-то ценности. Ну вот я пришла, например, в поэзию. Я один из таких у нас стихотворений. Мне много говорили о друзьях. Мне много говорили о друзьях. О тех, что мы встречались лишь однажды. О тех, кого забыть никак нельзя. О тех, кого встречал из нас не каждый. Кто спину нам подставит и плечо, по шапке он судить тебя не станет. И если в твоем сердце горячо, тебя в огне гореть он не оставит. Приходит отовсюду к нам они. Кто с детства, кто с работы или со службы. И очень часто нам они нужны, когда мы сами никому не нужны. Мы делим с ними горечь и утрат, звоним, когда по сердцу шрам оставлен, когда услышит нас не каждый рад, и комом голос твой от боли сдавлен. И хватит пальцев на одной руке, таких бывают только единицы, и благодарны мы своей судьбе, другие с ними могут не сравниться. Ни время не разлучит, ни года, ни обстоятельств сложные мосты. Недаром из веков гласит молва. Скажи, кто друг, а я скажу, кто ты.